6 числа данный медведь прибыл к нам, и, соответственно, мы начали работу. Работа наша заключалась в том, чтобы создать, во-первых, условия его реабилитации, насколько это возможно, понять вообще, насколько серьезны у него травмы и что мы можем с этим сделать. На данный момент Мишка себя чувствует хорошо, у него есть поверхностная, скажем так, чувствительность лап, то есть есть ролики небольшие и в телеграм-канале есть. Вот. Мы все же надеемся, что появится и глубокая тоже отзывчивость на прикосновение. Надеюсь, что все будет хорошо. Но Мишку выцеплять не планирует, что будут все равно бороться за его жизнь? Конечно, не планируем. То есть у нас идет достаточно плотная работа с реабилитологами. Поэтому, да, конечно, мы будем бороться.